Во второй игре седьмого дня Мати стратили всего в 9 очков. Выиграли у команды «Черного снега». С нами Виктор Дубовицкий. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Вы продолжаете движение дальше. Да, гнусно поступили с «Черного снегом», отсели окончательно. Должны были еще гнуснее, но не получилось у нас. Не получилось. Нестабильная игра в защите. Мы то отрываемся на 20 очков, то сливаем 15 очков подряд. Это все в связи с несыгранностью нашей. Несыгранностью. Слушайте, ну поздно сыгрался, плохо начинается. Ничего страшного, возьмем силами. До сих пор получается. Ага, где Саяпин Александров? Не знаю, отдыхает, наверное. Я даже, если честно, сегодня не задумался об этом. Вот с ними было плюс 40 точно. Повеселее, да. Слушай, ты прошлый сезон проводил в Enjoy, да, мы знаем? Да. Каким образом попал сюда? Просто хороший знакомый у меня, Володя Литвинов, Дёрнингов. И мои друзья, Лёха Александров, там играли, поэтому... Когда узнали, что я ничего не буду делать в этом сезоне, пригласили меня, я с удовольствием сюда спустился. А в этот? Мати каким образом попал? Мати, Лёха Грейди позвонил мне. Ну, Лёха? Грейди. Наш главный шутер. Понятно. И пригласил, да? Да, пригласил. Я ничем не занимался. Как тебе веселый коллективчик? Отличный коллектив. Мне нравится игра. То, что быстрый баскетбол, в защите все пашут. Миллион перехватов. Танки бешеные. Так, Алексей Чижов приветствует Виктора. Игра приятная, такая молодежная, всяких комбинаций. Тем более мы не тренируемся, комбинаций никаких у нас нет. Но заколебываете всех основателей. Да. Слушай, следующий сезон, какие планы у тебя вообще, что слышно? Секрет пока нет. Секрет? Ясно. Ну, все, на этом как интервью заканчивается. Ладно, давай, удачи, до встречи.